Еще год назад Карина не могла подтянуться и пару раз. Сейчас вы видите, она уверенно подтягивается больше 10 раз в рамках тестовой тренировки. И где те люди, которые говорят, что девушка не сможет научиться подтягиваться? На брусьях Карина работает еще больше. Мы работаем с ней и над приседаниями, и над становой тягой. Карина начала тренироваться у меня уже будучи тренированной, имея за спиной опыт тренинга с другими тренерами. Результата не было. После того, как мы поднабрали с ней в силовых, Карина перешла в закрытую группу, где сейчас продолжает успешно тренироваться. Скоро она сделает свой видеоролик, и я выложу его у себя на канале. Не пропустите. Девчонки и мальчишки, покупайте мои книги, вступайте в закрытую группу. И вы будете прогрессировать, не будете тратить время на различный фитнес-мусор. Всем удачи!